Статья 285.3. Слушай, а пункт 1. Умышленное внесение должностным лицом в один из единых государственных реестров, присложенных доказанной Российской Федерации, заведомо достоверных сведений о равноумышленном уничтожении или подлога документов, на основании которых были внесены запись или изменения в указанные единые государственные реестры, либо обязательное хранение этих документов, присложенных законодательством Российской Федерации, наказываются штрафом в размере 20 тысяч рублей или в размере заработной платы или дохода осужденного, блядь, период до 6 месяцев для повышения права занимать определенные должности, нахуй, и заниматься, блядь, ради этой родины, нахуй, определенной деятельностью, блядь, чтоб каждый из этих пидоров, нахуй, на срок до 5 лет, блядь, либо лишением свободы, чтоб шить, нахуй, валенки и перчатки ебучие, чтоб мы работали, нахуй, и, блядь, на халяву почти, нахуй, и заниматься определенной деятельностью, пидоры, блядь. Я вас научу каждого, как любить родину, как работать, нахуй. Как вставать рано утром, блядь, и брать в рот вонючие хуи, нахуй. Лейтенант, давай, пункт второй. Те же деяния, смешанные группы лиц по предварительному сговору. Как эти, блядь, только покажи им, наказываться штрафом в размере, блядь, на 50 тысяч рублей, суки. Или размер заработной платы, нахуй, или на удоход осужденного за период от 1 года, на 3 лет лишения свободы, блядь. На срок, нахуй, до 6 лет, блядь. Паскуды вы, нахуй. Мы вам запрещаем занимать определенные должности, как и тут написано, блядь. Занять определенную деятельность на срок до 6 месяцев, до 3 лет, нахуй. Пункт 3. Влияние предусмотрено частями 1 или 2 настоящей статьи, полегче тяжкие последствия, оказывается, лишением свободы на срок до 10 лет. Слово! Бьет кулаком по лицу, посадить ее, товарищ майор.